Комиссия по энергетике отменила абонплату за газ. Национальная комиссия государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг обещала доработать свое решение и провести дополнительные консультации с Кабинетом министров. С 1 апреля украинцы должны были бы ежемесячно платить сумму независимо от фактического объема потребления, которая начислялась бы в соответствии с типом газового счетчика. Согласно меморандуму МВФ, Украина пообещала ввести абонплату за газ до конца июля этого года. Ми наше рішення, яке прийняли, і мало застосовуватись 1 квітня, повністю змінюємо. Скасовуємо. Це ідентичні речі. Юридично воно, можливо, інакше називається, але відбудеться скасування рішень, вони не будуть застосовуватись, і для жодного українця підвищення не відбудеться.